все-таки ослы на Северном Кипре — это не вымысел. Я причем думал, когда мне об этом говорили, что это шутка какая-то. Они реально вот дикие ходят, попрошайничают. Говорят, что их надо морковкой кормить, но у нас морковки мы не нашли что-то здесь в деревнях. Мы купили здесь просто хлеб, покормили хлебом. Хлеб они тоже с удовольствием едят, да? Да, скажи. Очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Подъезжаем к пику острова. К пальцу, или как он там называется, да? Меня больше всего беспокоит сейчас, как бы на этих камнях не пробить колесо, потому что у нас нет запаски, по-моему. И мы тут в такой жопе находимся сейчас. Ослы помогут. Как бы они на нас не напали. Угу. Они вот стали вылетать из другой дырки. Да, вылетели? Ну не все. Ага. Их полно-то, слушай. Кажется, у них тут гнездо, мне кажется. Ага. Заходи, они вышли. Тут прикольно. Заходи. Но это катакомбы, это не, это как бы сделанные, понимаешь? Ага. Да, это люди строили древние, видишь? Угу. Под горой, фига там. То есть они здесь реально жили. Как окошки у них тут. Прикольно. Эй, голуби, вылетели, нет? Ну и каждый, тут видишь, у каждого по комнате. Судя по эху, оно заканчивается, да. Дальше что? Все, молодцы.
Едем на палец. Смотрите, на яхте тучанки крутят задницами. Хотя, возможно, не тучанки, да? Да не, я в музыке какой-нибудь. И поет мула. Северный Кипр. У них флаг Северного Кипра.